Родители, добрый день еще раз. Родители, пожалуйста, проверьте, у кого у ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру Among Us. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду бродилка-ходилка, но на самом деле она ведет к самоубийствам. То есть там очень такая, если сразу на первый взгляд посмотреть, да, ходит человечек непонятный, и там даются задания. Задания сначала не такие, не безобидные, так скажем. Потом даются страшные задания. Если кто, может быть, слышали, да, девочка повесилась, то она повесилась именно из-за этой игры Among Us. То есть ей дали задание. Поэтому сейчас уже и учителя об этом в школах детям говорят, чтобы ни в коем случае в эти игры не играли. Сейчас я вам скину, как выглядит это приложение. Посмотрите, проверьте телефоны ваших детей и удалите срочно и проведите беседу.